В Стрельне может появиться новый храм. Судьбу земельного участка неподалеку от кладбища Орловской улицы чиновники и горожане обсудили на общественных слушаниях. Никто не против, все только за. Так можно резюмировать итоги обсуждения проекта будущего Успенского храма. Верующие рады, им больше не придется далеко ходить, ведь в самой Стрельне церкви нет. Над территорией кладбища столетия назад уже возвышались купола, но деревянная часовня Успения Пресвятой Богородицы сгорела во время Великой Отечественной. Современная версия будет уже из кирпича, с использованием традиционных приемов, присущих русской архитектуре до Петровского периода, характерной для Пскова и Новгорода. Эскиз проекта уже готов. Вместимость храма 300 человек, площадь 500 квадратных метров, высота 10 метров. Рядом построят двухэтажное здание воскресной школы и парковку на 15 мест. После общественных слушаний проект отправится на дальнейшее согласование. Если оно пройдет успешно, через полгода начнется строительство временной часовни. Чтобы молиться на этом месте, чтобы намолить его. Вот. И эта практика повсеместно в Петербурге, так, когда ставят небольшое каркасное сооружение или бревенчатый сруб, вот, а потом уже начинают строить потихонечку храм. Это вот становится место такое, которое притягивает, аккумулирует все, община создается. Дальнейшая судьба храма будет зависеть от активности жертвователей. По закону церкви могут строиться только на средства благотворителей. У настоятеля будущего храма прогноз оптимистичный. За плечами священника уже есть одна успешная церковная стройка в Георгиевске. Кстати, несмотря на то, что ни одного камня в фундамент еще не заложено, приход уже существует и носит имя святого философа Орнатского, петербургского священника, убитого во время революции.